Всем приветики, приветики, приветики. Сегодня мы вам расскажем, я вам расскажу и еще подключим Марину по поводу того, как же зарабатывать, сидя дома и из интернета. То есть вам можно заработать удаленно. Так что пока подключайтесь. И сейчас мы вам все расскажем. Приветик, приветик. Вы пока можете задать свои вопросы, если какие-то есть, по поводу того, как начать работать дома. Приветик, спасибо. Я сегодня накрасилась, видите, я выложила в сторис макияж свой, кстати. Привет, привет. Да, мне тоже интересно. Во, вообще, девчонки, это супер, потому что... Действительно, сейчас такое время, что не везде есть места, где работают на постоянной основе в офисах и так далее. Да и вообще сейчас такое время, что не обязательно работать дома. Ой, не обязательно работать в офисе, можно работать дома. Можно к вам в гости? Вы с нами в гостях считаете каждый день в сторис. Привет. Очень классно выглядишь. Спасибо большое. Очень красиво. Спасибо. Так, вы пока задавайте вопросы, какие у вас самые такие моменты, которые вас смущают, может быть, в моментах работы дома? Или вы считаете, что это не работа, если ты дома работаешь? Просто я, например, полностью на удаленке, как бы у меня несколько проектов абсолютно разных, и это есть и один, вот, который мы сейчас вам расскажем, есть еще несколько проектов, которые я вам позже уже анонсирую. А эфир я обязательно сохраню. А вот сейчас еще минуточку, и мы подключим Марину. Вот. А как зарабатывать в декрете? Только советы, не реклама. Отлично. Я сейчас вот все ваши вопросы, вот здесь вот я вижу в вопросиках ваши вопросы, и также вижу в ленте вот здесь ваши вопросы. Смотрю, все читаю. Сейчас мы найдем Марину и подключим. Так, Марина появилась. Сейчас, девчонки, 5 секунд. Вот. Так, почему в комнате? Так, отлично, мы подключаем Марину, ждем ее ответа. Спасибо. Ой, Наталья Евгеньевна здесь. Моя мама по-любому тоже где-то здесь. Привет, привет, всем привет. Всем привет, всем привет. Классный вейкап, спасибо большое. Так. Мы отправляем запрос Марине, ждем, пока она нам ответит. Пока что-то Марина отклонила. Ждем, значит, ждем. Пока что я смотрю ваши вопросы, девчонки. А, не могу присоединиться, я поняла. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Давай, Марин, попробуй. А, может быть, у тебя стоит в настройках запрет на приглашение в прямые эфиры? Тут. Привет. 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 Не получилось что-то у меня с первого раза. Да. Всем привет. Майя, прежде всего, знаешь, мне хочется сказать спасибо тебе за то, что ты для своей аудитории рассказываешь вообще о возможностях, которые есть сегодня. И я очень рада, что ты меня позвала. Во-первых, я хочу сказать, что я в команде Майи. Вот. И когда-то так сложились обстоятельства, что мы решили попробовать работать в проекте Greenway. Там не сразу, наверное, Майя об этом обозначала тему. Но я вот буквально в двух словах, девчат, хочу рассказать про себя, потому что про сетевое очень много скептицизма. И у меня тоже был, поверьте мне. И я вообще считала, что сетевой
Ну вот вы меня извините, но я сейчас честно скажу, что это прям дно. Вот я вот так думала, потому я что... Я тоже так думала, я тебе честно да. скажу. И всегда были ассоциации с этими какими-то бабульками возрастными, навязывающими мне косметику Oriflame или Avon. И я думала, господи, упаси, только никогда не сюда. Вот я так не хочу. Да, вот там спрашивают вопрос про Greenway, да, про Greenway. И вот, девчат, мне сегодня есть о чем вам рассказать и поделиться какими результатами. Я вообще в эту тему посмотрела почти год назад. Это был апрель, конец в прошлом году, а в конце апреля. Как раз пандемия уже в Москве вовсю была. То есть мы сидели на домашних арестах, и я понимала, что надо чем-то заниматься. И вот я могу сказать, что я тоже долго присматривалась к этой теме, пробовала. Не все там сразу получилось. Но я приняла решение, что надо попробовать по-настоящему. Что значит по-настоящему? То есть действительно, по-честному, сама перед собой, я себе дала обещание, что буду уделять этому бизнесу 3-4 часа в день. Вот недавно у Greenway было день рождения. Было в феврале месяце, ой, в марте месяце, 15-го, там, 17-го числа. Вот я взяла вот такую вот штучку, чтобы вам показать. Смотрите, я не знаю, там сильно видно, не видно, но вот написано «Пирогова Марина выполнила условия программы «Автобонус». Вот это вот у меня в руках, я вам показала сертификат, который дает мне право забрать в любой момент автомобиль. То есть, представляете, меньше чем за год я заработала на автомобиль. И я не забираю его, знаете почему? Потому что у компании есть такая возможность, что чем выше твоя квалификация, тем лучше автомобиль. Вот это у меня сертификат на автомобиль класса С, Mercedes. Но, извините меня, он стоит немало денег. Вот там я вижу комментарий, девочка пишет, хрень какая-то. Да, я тоже увиделась. Да, задавай вопрос, я тебе все расскажу. Это не я, вот полная чушь. На самом деле это офигенная платформа бизнеса. Вот я всегда хотела иметь свое дело. И всегда меня останавливало, знаете что? То, что это нужны были серьезные вложения. То есть то, что я считала в своих проектах, мне нужно было потратить от 1 000 000 рублей. Да, чтобы да, да. Потом, если я эти деньги отобью, то я выйду на доход примерно 150-200 тысяч рублей. Ребятки, так он у меня здесь есть. И все, что я сделала, это когда-то я взяла продукцию, я попробовала ее, я действительно убедилась, что ассортимент магазинов компании Greenway, он офигенный. Знаете, чем я занимаюсь? Я продвигаю эти магазины. Я просто рассказываю людям о том, что есть такие эко-магазины, в которые может пойти каждая семья. Вы идете, вы пробуете и принимаете решение быть или клиентами этого магазина, или, например, как я приняла решение, я стала менеджером этой компании. Я просто стала большому количеству людей рассказывать об этой возможности, пользоваться классной продукцией и зарабатывать. И результатом моей работы меньше, чем за год, стала возможность забрать автобонус. И я его могу забрать в любой момент. Компания мне вручила сертификат буквально в этом месяце. По поводу того, что получается или не получается, я очень много людей встречала, у кого не получается. Но причина этому одна. Люди просто не работают. Вот Майя часто делится информацией о том, где и как там можно зарабатывать, да? Майя, ну вот скажи, ты, наверное, согласишься со мной, заработать можно только тогда, когда ты проекту уделяешь время. Конечно, если ты будешь просто сидеть на пятой точке ровно и ничего не делать, естественно, у тебя с неба деньги не посыпятся. Конечно, нужно обязательно вкладывать какое-то свое участие в работу, в любую. Вот смотри, даже мой муж пишет, смотри, мне нравится швабра, она огонь. Швабра, вот эта, которая с пульверизатором, это просто бомба. Реально, мы ей полы моем, и мы сами пользуемся продукцией Greenway. Я вам могу показать, у меня вон коробочка стоит, и пасты, которые очищают обувь, и губки всякие, тряпочки, и масло, которое я в пылесос добавляю. Я лайфхак снимала своим ребятам.
Вот. А, кстати, вот пишут многие, что это пирамида, что это сетевуха, что в этом вообще делать нечего. Смотрите, я сама ко всем этим сетевым бизнесам лично, я относилась всегда крайне негативно, реально. Потому что я всегда считала, вот НЛ был, там Арифлейму, Моряки, что только не было. Я всегда сама говорила, что... Блин, вот этот вот сетевой, вам делать нечего, только туда и можете пойти и так далее. Я решила попробовать. Меня вот заинтересовало. Мне предложили попробовать набрать свою команду. Я вам так скажу. Во-первых, девочки в моей команде уже зарабатывают. И уже зарабатывают неплохо. Сколько они? 25-30 уже в месяц получают. Да, да. Вот. Ну, давай просто поймем, что они уделяют 2-3 часа в день. Да, да. И 2-3 это дополнительный часа в доход день. Фактически. Вот у меня девочка в команде есть, это мамочка, да, она в декрете, она, ребенок лег спать, 2 часа, 3 часа она поработала, все, она 25-30 имеет в месяц, хотя до этого она жила чисто вот на пособие, которое там 4 с чем-то тысячи, и все, а сейчас она имеет 25-30, и это очень даже неплохо. Поэтому... это очень неплохо, решает ее вопросы какие-то финансовые. Просто вот у меня даже вопрос к аудитории. Кому сегодня помешают лишние 25 тысяч рублей? Угу. Какой бы доход ни был, хоть 100, хоть 200 тысяч, хоть 15, 25 тысяч рублей плюсом, это всегда плюсом. Это всегда какая-то дополнительная возможность. Угу. Мне хочется, знаете, что про сетевую компанию сказать? Это же просто сеть магазинов, которая находится и офлайн, и онлайн. Точно так же, как Магнит, как Ашан, как Лента, как Пятерочка. Только в те магазины вы ходите, тратите деньги, забираете продукцию, еще какие-нибудь купончики и бонусы. А здесь я иду в свой магазин. То есть, прикиньте, я подписала контракт с компанией, так же, как и Майя, и мы уже совладельцы этих магазинов, по сути. Ну, мы ходим просто... в свой магазин, тратим в своем магазине деньги, и компания нам возвращает кэшбэк не только с наших покупок, но и с покупок тех людей, кому мы порекомендовали этот магазин. Мы не ходим с каталогами, мы не пристаем к людям на улице. Мы просто рассказываем об этом своим друзьям, знакомым, а потом, кому интересно, мы также их учим в своем окружении рассказывать. И все, просто у магазина нет рекламы. И нет рекламы такой, к которой мы привыкли, там, на телевидении, там, наружная реклама, нету. Эту функцию выполняем мы, и компания нам за это платит. Вот и все. Это абсолютно нормальная система заработка. Вот кто-то пишет, что будет жаловаться на мой профиль, как бы, ребят, я вам этого делать не советую, потому что я лишь даю возможность кому-то работать. Вот одна из девочек сейчас пишет как раз Body Inno, спасибо за возможность, я уже зарабатываю. Вот в этом-то и дело, что кто-то считает это разводником, но если вам это не нравится, просто тогда пройдите мимо. А те, кому интересно, то, пожалуйста, мы только за, и приходите к нам работать. Вот пишут, да, развод. А в чем развод-то? Вы и так покупаете средства для уборки за домом. Вы да. Покупаете фейри, вы покупаете губки, вы покупаете там мистер мускул, различные бренды. Причем вы покупаете химозу, которой травите своих детей, себя прежде всего, вы же убираете. А вам предлагается в альтернативу магазин, в котором потрясающий продукт справляется с любыми видами загрязнений, либо абсолютно без каких-либо чистящих средств. Либо есть у нас там пару-тройку чистящих средств, но они абсолютно экологичные. И они даже разрешены людям с высокой степенью аллергии, астматикам. Поэтому это обалденная миссия, которую несет компания. И, конечно, для меня, например, круто продвигать магазины такой компании. Потому что я несу здоровье в дом. А самый главный момент, покупая эту продукцию, вы ей пользуетесь 1,5-2 года. Понимаете, вы не ходите больше в магазин, в тот же Магнит Косметик, и не покупаете каждый месяц фейри. Это колоссальная экономия, поверьте мне. Это все делается элементарно. Просто садитесь и считайте свои затраты за год на поддержание чистоты в доме. И просто разовую покупку в Greenway, которая вам максимум обойдется в 3,5-4 тысячи рублей, и вы этой продукцией будете, только задумайтесь, пользоваться 1,5-2 года.
Смотри, вот сейчас пишут многие, что хотят вступить. Девочки, я оставила ссылку у себя в шапке профиля. Вы можете по ней перейти и написать, там перевод будет в WhatsApp, и написать «хочу в команду». И мужчина вот написала, можно ли мужчин, мужчин принимаете. Да, может любой Конечно. Человек вступить, и женщина, и мужчина, половых критериев никаких нет. Абсолютно. Есть только ограничения да. по возрасту от 18 лет. Потому что да. вы заключаете, по сути, с компанией контракт. Да, вот смотри, еще просят немножко конкретики. Давай, может быть, сейчас быстренько да. расскажешь да. о том, как работает вся эта система. Смотри, и вот, да. То есть, что такое бизнес в партнерстве с Greenway? У компании есть своя сеть магазинов, офлайн и онлайн, по стране и по миру. У компании есть, ну, соответственно, свой сайт, на котором у вас появляется личный кабинет. Вся отлаженная своя логистика. У компании есть горячая линия, по любому вопросу вы можете позвонить. У компании есть офигенное, обалденное обучение. И плюс у вас появляется наставник. То есть, ну, например, я, да? Я буду вас курировать 24 часа на 7. И, соответственно, вы все абсолютно, мы по каждому шажочку пройдем. С чего все начинается? Так как мы продвигаем сеть магазинов, когда люди меняют свой привычный магазин на наш магазин Greenway, они получают 4 выгоды. Первое – экономия денег. Второе – вы убираете всю вредную химию из дома. Третье – вы получаете в десятки раз качественнее продукт, чем вы привыкли пользоваться и покупать в обычных магазинах. И четвертое, самое главное – у вас открывается возможность заработка. Да, в первый месяц, как правило, деньги не очень большие, там от 5 до 15 тысяч рублей. Но почему? Во-первых, вы обучаетесь. Во-вторых, вы разбираетесь с продукцией. В-третьих, то есть вы получаете новую профессию. Вот смотрите, мы в институте по 4-5 лет учимся, чтобы получить профессию, потом выходим на работу и максимум зарабатываем 25-30 тысяч рублей. Здесь вы за 2 недели обучаетесь новой профессии, начинаете работать, получаете свой первый, там может быть небольшой финансовый результат, но уже на второй, на третий месяц ваш доход становится там 25, 30, 40, 50 тысяч рублей. Я на третий месяц, я приняла решение, я вам рассказывала, я прям приняла решение, я работала по 5-6 часов в день, у меня на третий месяц доход уже был порядка 90 тысяч рублей. Вот и все. И знаете, чем мне нравится этот бизнес? Тем, что у вас нет ограничений по заработку. Вот сколько вы хотите здесь зарабатывать, столько вы и будете. Но если вы будете работать, если вы будете уделять этому время, если вы будете делать то, что вам рекомендует ваш наставник, он, по сути, ваш куратор и учитель, он все шаги подробно, вот я своим новичкам все шаги подробно рассказываю. У меня абсолютно все выходят в первый месяц на доход. Пусть это будет 4 или 5 тысяч рублей, но это тоже деньги. И для первого месяца очень даже неплохие. По вот поводу... спрашивают, есть ли у меня эта продукция. Ты сейчас пока рассказывай, я сейчас быстро свою коробочку возьму, покажу, да, как бы. Да. На самом деле мы все фанаты нашей продукции, фанаты в хорошем смысле, потому что если не любить этот продукт, то невозможно и продвигать эти магазины. И невозможно как бы ну, показать преимущество этого магазина. Прежде всего мы являемся сами пользователями. Вот, это первый момент. Второй момент, автобонус. Слушайте, мне, я работала в найме и очень успешно работала. У меня классная была карьера, но ни один из собственников бизнеса мне никогда не дарил автомобиль. Если у вас такое было, ну, это круто. Поздравляю, значит, вы какие-то особенные. Но у меня так не получилось, а вот здесь да, сложилось. Смотрите, вот, ребяточки, я вижу, у некоторых это вызывает прям большой очень негатив. Люди пишут, что давайте кидать на Майку жалобу и так далее. А, ребят, это не развод. Мы вас не заставляем ни к чему, не принуждаем и так далее. Обмана там тоже никакого нет. Вы заходите, покупаете себе продукцию и начинаете набирать себе команду. Не хотите, не надо. Вы на эти деньги купили, считайте себе продукцию домой. Не, ну, как бы, можете ей пользоваться, можете не пользоваться. И да, но сэкономили деньги, потому что это реально получается немного дешевле, чем в магазине. Если хотите в этом развиваться, то развивайтесь. Поэтому тут обмана никакого нет. Нет такого, что вы типа вложили, а через 2 месяца вы получили в 500 раз больше. Вот это обман, нет. вот это вот всякая да. фигня. Это лохотрон. Тут да. так а не вот бывает. В Greenway нет. Смотрите, тут вот как раз
о товарах, которые есть у меня. У меня есть пластины для стирки. Я вам снимала на них обзор. Вот эта штука. Это прикольная тема, реально. Тряпочка Причем вот такая, которая очень многофункциональная. То есть этими пластинами даже можно волосы мыть. То есть это все настолько эко, да, что реально? Можно даже помыть голову, можно сделать жидкое мыло. Этими пластинами для стирки их можно в несколько раз свернуть и в посудомоечной машине, где отделение под таблетку, положить туда, и она помоет идеально всю посуду. Вот этого я, кстати, не знала. Да. То есть вот у нас этой весь пастой, продукт кстати, многофункциональный. Я чищу. Вот этой пастой я чищу все наши ботинки, обувь и так далее. Я, кстати, скоро выложу ролик. Мы когда были у Иришки Пинчук, она, кстати, тоже с нами. Да. Да. Мы когда были у нее на... когда узнавали, какой пол у ребёночка будет, у меня на ботинках осталась от конфетти краска. Она вообще же ничем не отмывается. Вот этой пастой я ее отмыла. Я реально выложу скоро. Так, еще вот есть у меня вот такая, я еще не попробовала эту пудру. Не попробовала еще вот перчаточку. Мне сказали, что она очень классная, но я ее попробую вот буквально скоро. Так что продукцией я и сама пользуюсь, это реально классная тема. Поэтому, я бы, знаешь, вот какой те, кто совет пишет, дала? Что развод, не пишите просто. Май, я бы дала такой совет. Люди же, вы не принимаете мнение через других людей. Вы просто возьмите и разберитесь. Пообщайтесь, вот у вас есть возможность там перейти по ссылке в WhatsApp к одному из наших менеджеров. Просто пообщайтесь, разберитесь, позадавайте вопросы. То есть поймите для себя, зачем вы живете чужой головой и чужим мнением. Потом, вот знаете, я вам скажу такую вещь. У одних людей очень хорошо что-то получается, а у других людей это же может не получиться. Так зачем вам спрашивать мнение этого человека, у которого не получилось? Вы просто возьмите и попробуйте, и сделайте свои выводы, и примите свое собственное решение. Вот и все. Mm-hmm. То есть я могу сказать, что для меня Greenway открыл новую возможность. Это сегодня один из проектов, заметьте, один из. Я не говорю, что я только здесь, но это один из проектов, который мне сегодня приносит доход гораздо больше, чем 200 тысяч рублей, и я сегодня имею возможность еще и забрать автомобиль. Причину того, что я его не забираю, я вам озвучила, потому что хочу не С-класс, а Е-класс, который, извините меня, стоит сегодня 4 миллиона рублей, и я работаю сейчас на него. Да, ну вот пишут, что только блогеры хорошо зарабатывают на этом. Нет, вот смотрите. Я не блогер! Да, вот Марина не блогер. Я не блогер, можете же зайти на мой аккаунт и посмотреть, я не блогер. У меня 3,5 тысячи подписчиков. Ну какой я вам блогер вообще, о чем? Ну да. Все, ребяточки, я думаю, вы максимум информации, конечно, сейчас не получите. Такую самую основную вы получили. Кому это интересно, переходите. У меня в шапке профиля есть ссылка, там... пересылка на WhatsApp, нажимаете, пишите «хочу в команду», вам все расскажут, объяснят, всему научат и так далее. Я эфир заканчиваю, как вы знаете, там, да, у нас они недолгие с вами, поэтому все, кто хочет, переходите, все, кто не хочет, ну, как бы, спасибо вам. Спасибо за внимание, все, хорошего дня, всем пока-пока. Все, пока-пока, спасибо тебе, Марин.